Всем привет! А папа Вера, как всегда, с вами. Я очень рада вас всех видеть. Так что будем делать еще реакции, я думаю, долго и долго. Период между боями, когда тут тишина и все, я делаю реакции. И пока есть интернет. О. Ну, сейчас хочу предложить Газан Хабиби посмотреть. Такое это, я не знаю о чем, даже не могу представить. Ну, пчеловод там про пчеловода поется, а тут Хабиби. Наверное, имя, точно. Так что давайте, Хабиби так Хабиби. Поехали. Точно, песок, вот видите, верблюд. Что еще для жизни надо? Светила ярко путь, меня где-то ждет она. Я найду когда-нибудь, ты королева моей печали. Сквозь пустыни и туман, через все руины, я оставлю караван и пройду долину. Ты мое спасение от печали. Все равно тебя найду. Такое необычное исполнение, о, очень романтично, нежно смотрится. Я все равно тебя найду. Класс, класс, клип классный, мне понравился. И классное исполнение, все исключительно. Эти переливы, боже, я балдею, красавчик. Восточные вот эти мотивы мне очень нравятся. Очень и очень. Так необычно, знаете, и Полина здесь. Вот необычно в этом наряде такая. Вот прикольно смотреть и слушать было прикольно. Мне очень понравилось, так душевненько. А то, знаете, надоело смотреть на эти голые задницы, честно скажу. Эти матюки слышать. Ну, такое. И иногда хочется что-то такое вот душевное послушать. А здесь все класс. Супер просто. Музыка, слова. Да и исполнение все. Все очень понравилось. Продолжай в том же духе. Успехов тебе. Ну и процветания. Подписчиков побольше. Так что... Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.